земли полностью разрушили, его немножко развернуло. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Рейс Москва-Киев. На борту 9 человек. Буквально через несколько секунд после отрыва от земли он потерял высоту и рухнул рядом со взлетно-посадочной полосой, разрушился. Все 9 человек, к сожалению, погибли. В настоящее время работает техника. Еще не закончилась я, вот на сегодняшнюю на сию секунду не закончилась еще, к несчастью, забор всех трупов, будем так скажем. Так скажем, потому что очень трудный доступ используется спецсредства МЧС. То есть распиливают, растаскивают. Сами понимаете, самолет упал, и практически вот такая ситуация.